Где наша виновница торжества? Где наша красота? Так, мы тут с Лиганца фуршетик накрыли. У нас тут главное горячее блюдо — вареники и холодец холодное. А также всякая вкусная колбаска. Аристократические сыры. Разные. Ну и салат. Как этот салат называется? Знаешь, как это? Сельский или как? Домашний. Домашний. Колбаса со свежей капусточкой. Ну и нас тут почти все, Марк еще в школе. Ну, очень поздно. Ну, мы Марку оставим, да. Так, Ира, а что у нас? Французское шампанское или просекко ты вот привыкла? Вот что аристократическая твоя душа с утреца, ну уже не с утреца, давай уже просекко. Под обед, уже обед. Это просекко, Италия. Да. Ну, ты более привычная к просекко, Италия. Да. Франция или Италия? Да, выбирай. Давайте Италию. Хорошо. Ну, вот как это снимай, я буду открыть. Я как каждодневный открыватель просекко, сейчас буду его профессионально открывать. Сделайте тише мультфильмы. Ну, у нас быть. Детский день рождения почти. Девочке да. Исполнилось 40 годиков. 9? Нет, нельзя говорить сколько. Нельзя говорить? А все знают, я ж не скрываюсь. Что-то какой-то неправильный просека. На паузу нажмем, я пока вареники. Да? Помешай вареники. Итак, я уже добрался до пимпочки. Сверху бери. О, хорошо туда газа запихнули. Аккуратненько. Ура! Супер. Ой-ой-ой. Не-не-не-не, не уйдешь. Слышишь? Ценное такое шампанское. Такая штука. Опа-на! У нас бокалы, как говорится, можете ускорить. Так, по чуть-чуть, большие. Не надо много. По половинке. По чуть-чуть. Едоки маленькие. Профессор в очках. Закрывай, чтобы газы не выходили. Ага, надо закрыть, закрывай, вот чтобы газы горели. Не-не-не, вот так переверни. Ага. Сказали, газ надо экономить. Да. Ну что? Я тут. Ты тут. Давай, поснимает Даша. Нет, пускай Дашенька. Да, Даша, поснимай нас. Ой, вы прям на меня. А вот тут прям вот поснимать, чтобы вот свет на нас вот так хорошо помог. Вот так вот. О. Ну что, любовь моя, выстраданная, вымоленная и моей маме, и мамой, и особенно твоей мамой. А нет, это когда твоя мама, это меня вымолила. А моя мама тебя вымолила. Моя мама тогда не молилась. Мама, я тебе спасибо большое, как говорится, за такое вот чудо. Чудо, днем рождения тебя. Чтоб ты долго была красивая, счастливая, здоровая. Чтоб исполнялись твои много-много этих желаний, которые ты себе там загадываешь. Да, такое желание меч. Хочу, как Кира. Меч. Одно желание, чтобы все мои мечты исполнялись. Правильно. Желание должно быть только одно. Все мечты исполняйтесь, твои, Ира. Ну и вот твои будут мечты исполняться, где-то там и нам хорошо рядом будет, там трошечки хотя бы. Так что, днем рождения. Спасибо. Так, ну что, пробуем просекко? Да, давай. Первый раз в жизни. Кира, пожалуйста. Я? Да, в общем, не, ну, Даша, снимай пока. А почему первый раз в жизни? Мы пили с тобой просекко, ты не помнишь. Не помню, когда? Мы ездили с тобой на этот, там, где устрицы продают. И там просекко наливали? Нет, просекко, да. То была просекко? Да. А ну, что такие дорогие устрицы? То просекко я ее заказывала. Мы не первый раз пьем. Ну, что, сейчас, так, да. Губы сейчас поступим. Устриц не хватает. Так, и так. Я сейчас помню этот вкус. Оно сухое, что ли? Сухое, да. Писини. А, экстра драй. Экстра драй это значит не просто сухое,
А очень сухое. Мы привыкли к сладкому. Подустрится то, что надо. Ну что, хорошо? Празднуем? Да, все, садимся. Празднуем. Ура! Налетаем на закуску. Ой, вот зачесался. Помогает мама. Она не красивая. Она не чай. Мама такая красивая, да? Да. Все, кусаем. Налетай на холодец, на эти. Хотел сказать голубцы. Нема голубцов. Теща обещала голубцы, но что-то это не передала. Будем без голубцов мучиться. Так, что-то народ ест. Давайте тосты говорить. Маша сейчас. Я желаю, чтобы ты оставалась такой же красивой, хотя, чтобы твоя красота с каждым годом становилась все лучше и лучше, становилась красивее, осталась такой же доброй, нежной мамочкой. С днем рождения тебе. Спасибо, моя родноночка. Ты хорошая. С днем рождения, с днем рождения. Мой первенец. С днем рождения. Мелкие, с днем рождения мамы вашей. Слушай, так хорошо шампанские вот эти сыры. Как они эти. Трошки засмущалась. Ой, это я засунулась, да, извините. Ничего, нормально, да. Очень вкусно. Кушайте, дети, сыры. Привыкайте к аристократическим вкусам. Это ты женихам будущим, да? Ну, конечно, да, да, да. А что они им это, хот-дог, что ли, купят? Ну, изысканные блюда есть. Да, Кира? Не колупайся. Вареники, значит, с сыром, да? Вареники, значит, с лососем, там, с красной икрой, да. О. Ладно, балдеем. Я желаю тебе счастья, добра, хорошего, чтобы в жизни у тебя получалось все, что ты хотела. Спасибо, моя девочка, спасибо, моя маленькая. С днем рождения. Кира, молодец. Ой, давайте. Оля уже убежала. Побиваем бокалы. Бокалы за маму, за нашу мать. Мой бокал. С большой буквы. Мать героиню. Ну, еще не дали герою. Да и не дадут ее. И не дадут. Но все равно ты герой. Для вас. Ну, для нормальных людей. Для вас я. Для адекватных нормальных людей. Даша, что ты сигмы кидаешь маме? Подойди к маме. Подойдите ко мне. Моя помощница, правая рука. Такая большая уже. Они уже такие все большие. Вот, все, теперь на одном уровне. Дорогая мама, желаю тебе всего самого лучшего, что такая же прекрасная, просто лучшая, чтобы просто... Все у тебя было хорошо, все, чтобы все твои желания исполнялись, все твои мечты, желания, планы, куда ты там хочешь полететь, чтобы ты полетела сразу же, и все вот это вот. Спасибо. Молодец. Спасибо, чтоб, да, Дашенька. Да. Давай. Все желают маме, чтобы мечты сбивались все. Сбивались, да. А то они постоянно сбиваются, чтобы сбывались. Так вот, днем рождения. Всё, профессор ушел. Профессор. Говорит, плохие очки подрыв. Ну, Кира, тебе очки нравятся? Все отлично. Мама, как вас в школе поздравляли? Вот вопросы Кира задает. На стул садились. Угу. Садили этого. Именинника, да. Да. И мальчики брали этот стул и вверх подымали там сколько раз. Угу. Меня подымали до 13 лет. Потом уже не подымали. Не могли уже. Подымали даже. Ага. И после 13. Кира, у вас как поздравляют? Ну, с мальчики в спортзал ходили. За уши тягают. Понятно. А у вас, друзья, как в школе поздравляли? Ой, а вас за уши? Ой, кто-то мама тебе звонит. Кира, сюда телефон давай. Валера, меня же склонит. Да, клонит. Косну. Титаник тонет. Ой. Хорошо сидим. Да. Тебя поддержать? Да, Маша, держи меня сейчас. Камера трошки это гасит, у меня трошки это.
Ну что, дорогая, за нас. За нашу семью. За семью. Большую, такую красивую. Очень большую. Любимую. За каждого человечка. 40 лет, кто не знает, 40 лет. Прошли очень быстро эти 40 лет, как на этих американских горках, вот так было. И вверх, и вниз подымались. И страшно было, и весело было. Разное было. Разное было, но оно было. Сейчас мы вступаем в другую половину. Надеемся, что она будет еще интереснее, ярче. Осознаннее. Осознаннее. Ну, уже другой взгляд будет на жизнь. Я так надеюсь. Ну что, спасибо, что мне жизнь подарила такую семью замечательную. Такого мужа, самого любимого, самого хорошего, самого заботливого. Еще вышивать умею. А еще подарила жизнь замечательных 6 детей. О, 6 детей. 6 детей. И вот такая вот красота вот сохранилась. Ну, еще будем дальше улучшать. Да, немножко ленивые, чтобы улучшать. Ну, так, да. Так, говорится, природа, Бог дал такую красоту. Ну, что ее еще и улучшать? Ну, так все хорошо. Да. Принимаю все, что было с благодарностью, все, что было тяжелое, отпускаем туда. Я говорю, Валера, купи мне воздушный шарик, ну, так, словами. О, забыл посмотреть. Да, хотела отпустить все. Надуть, да, отпустить. Да, отпустить все. Мысленно отпустить. Плохое, обиды все. А, шагаю во вторую половину с благодарностью, с радостью и с большими надеждами, верой, что будет дальше лучше еще. Цените, друзья, сегодняшний день, в котором вы живете, оказывается, жизнь такая скоротечная, все так быстро бежит, летит, не успел оглянуться, там, третий, десятый, четвертый, пятый и так далее, и так далее. А потом такой, блин. Недавно Валерий праздновал 40 лет. Да, куда я бежал всю жизнь? Почему я просто вот так не сел и не насладился там простыми вещами какими-то? Что-то вот что-то там суетился, потом раз тебя уже несут куда-то вперед ногами. Это, блин, и не пожил. Ну, как-то так. Ну, а теперь время пожить. Пожить. Остановиться пожить. И насладиться этой жизнью. За нас. За всех. За всех хороших, добрых людей. Да. За вас, наших зрителей, которые поддерживали, которые... Который нам добра желает. Да, пускай вам вернется в миллион-миллион раз. Все ваше добро. Красота. Вот она появилась. А, еще торт будет, да? О, ты не показываешь? Нет, еще чуть позже. Он же еще не настоял. Да, он немножко настоится, тортик. Девочки сделали такой шикарный торт. У нас первый стол, потом еще будет следующий стол. Сына к маме пришел. Сына какой уже большой. С днем рождения, мама. Ты самая лучшая мама, которая есть на земле. Без тебя не было бы меня и всех сестер. Спасибо, сынок. Молодец, Марк. С днем рождения. Наша любимая мама, жена. Ура. Так, вторая часть мармезонского балета. Шо, куда все разбежались? Где вы? Там. А что мы будем делать? А мы будем есть торт. Даша, выноси торт. Я еще не выносила. Мама ждет. Мы все ждем. Николь ждет. Кира там где-то, Марк ждет. Все ждут. Маша давно тут стоит, вот ждет. С обеда. Ну что? Там тарарам. Да все уже, все. Да, открывай шампанское пока. Да подожди, торт вынесем, потом я шампанское открою. Даша, улыбаемся. Давай помогай, Маша, держи холодильник. На нас направляй пока. Ой, где мы не помещаемся. А что, куда смотреть? А куда смотреть? Вот сюда, вот тут. Камера странная. Ой, подожди, там идут. Там тарарам, посмотрите красоту. Так какая красота.
Ура! Где мои свечки? Посмотрите на эту ляпоту. Это клубничный торт. Даша приготовила с Машей. Под руководством Иры, конечно. Ароматный. Они нашли еще цифры. Цифры? О! Откуда ноль у нас взялся? А, кому-то ж 10 было когда-то. И ни одному уже. Не, ну как вы туда засунете? Ну, наверное, не надо туда засовывать. Ну, сейчас там как-то утонуть. А, аккуратненько, да. Ты переживаю. 4-0. Вот так правильно? 0-4. Ну, с моей стороны правильно. Да. Нормально ставь. Как правильно? Да, вот так. Да. Не? Да. 0-4. Развернуть надо. Мама, тебе 4 месяца. Да, ты, сюда? Да. По-другому развернется. Нет, цифру разверни. Нет, нормально. А. Вот так? А, да. Двойная. То у меня 0-4. О, вот теперь тебе... Блин... Здравствуйте! Блин! Белые ханунки! Тебе палочку надо на всякий случай, там эту побывали много привезти. Забыл, что делать. Зажигай. Ну что, мой тортик. 40 лет, здравствуйте! Здравствуйте! Это, не, ну понимаешь, это еще 5 лет, а потом тебя можно называть бабой. Баба ягодка. Да, знаешь, как это? 45, баба ягодка опять. Тебе еще целых 5 лет до бабы. Ну, так что ты еще девочка. Пока не баба. Да, ну с ягодками. Ягодка только. Ну что, давайте это, загадывай, надо задувай. Да. Нет, ну зачем задувать? Не, задувайте маме на желание. Давай, мама, загадывай. Сейчас я подождите, приду. Николь ждет. Ты о нас тоже подумай, елки-палки. Все, сейчас передумаю. Да? Взял, сбил. Ну. Машину новую папе. Мне. О. Ура! Happy birthday to you. Так, нас, снимай меня, я буду шампанское одевать. Мы просека выпили и как-то не заметили. Давай я порежу. Давайте попробуем лучше французское шампанское. Давай, итальянское мы пробовали. Да, это французское теперь. А теперь вот французское. Маме первой, мама именится. Мама целый четвертый юбилей. Четвертый всего лишь юбилей, понял? Так, внимание. Четыре котика. Так, сколько французы гадки? Мы что-то не доложили. Машенька, раздай бокалы. Что, нету такого? Нету газа. Не так, что это было? Сдулся. Мало газа во Франции. Сдулась вот Франция, все. Да? Сдулась. Так, Италия, а Франция... Ставьте бокалы. Кира, ты чего выковыриваешь Кира, там? Кира, снимай. Ну, давай. Поближе. Так на фоне этой... Так вот так сверху сними, как я наливаю. На фоне... Ближе подойди, да что ж такое? Ты же должна знать, как наливать и то снимать. О, какая красота. Все, 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 ты тоже сейчас будешь праздновать. И мне сейчас выхачку с вином. Тебе нельзя вино, малышам нельзя. Кока-колу можно. А где? А где кока-кола, папа? Опять нету кока-колы. Понимаешь, кока-кола. Закончилась в магазине кока-кола. Вот кто-то выпил все. Папа завтра его купит. Поснимайте кто-нибудь с папой меня. А может поставить, может это? Да подожди, не меня, Маша. Где? За что хвататься? За бокал свой берись. Берусь. Это такая красивая, в эту сеточку. А после спорта. После спорта мы такие красивые, уставшие. Ну что, дорогая? Дорогая? Только пожелание сегодня. Да вообще, я не знаю, что же тебе желать. Хочется вот все и сразу. Что, ну все, что... Боженька знает, что тебе надо. Как говорится, он тебе выдает понемножечку. Боженька, так чуть-чуть побыстрее выдавай и побольше. За тебя. Попробуем сейчас. Ну, больше газа.
Это уже знакомый вкус. Полусладкий. Я тебе скажу, что может просека тоже бывает полусладкая? Ну, сухое, мы сухое шампанское не любим. Вот полусладкое — это наша тема. Ты понимаешь, сухое? Да ну что, пьешь что-то такое непонятное. Кофе, шампанское. А я за полусладкое. Жизнь должна быть немножко сладкая. Малиночка. Торт. Да может, Ира, ты поможешь, а то сейчас это лопаткой какой-то такой специальной. Лопатой. Включите свет там над вытяжкой, пожалуйста. Там не видно, как резать. Я нарезал. Ну что, не видно? Нарезал, все какие красивые. Ну хорошо, давай. Только пробуй. Страшно доставать, понимаете? Ну, первый кусок самый страшный, да. По доставанию. Как его достать, скажите? Ну, очень страшно. Вот такой, вот только все красивые. Торт это какой у нас, тирамису, да? Да. Или как она? Тирамису. О, о, ты. И все, сейчас пойдет Дашенька. Другая. Ой, какая красота, давайте, раздавайте дальше. Тарелки, подавайте тарелки. Бокалы только не поскидывайте. Даша, Маша, вы шикарные. Ой, вот одно забрала. Ничего, ничего страшного. Ты куда? Давай, Николь, вот этот. Да нет, не, кто там это тарелками гремыть? Берите пример он с, это, с Николь. Он сидит себе спокойно и ждет. Нет, это Оль. Да, это моя. Да, Николь? Не дорезала чуть-чуть. Сидит и ждет. Ой, как в лучших домах Парижа. Смотрите, какая красота. Да вообще, а Никольке да положите. Она пускай пока полукавит. А маленький, куда вы такой огромный кусок? Ладно. Олю забыли. Ох ты, как... Вилочку, скажи, дайте, дай вилочку ее, чтобы она накалывала. Дай вилочку. Дай вилочку. Всем вилочки дали, а Николь ложку. Николь, сейчас тебе вилочку дадут. Сейчас. Давай, давай, пока не мучайся, давай папе. Дай, отдай, дай. Садитесь, детки. Сейчас тебе Даша даст вилочку. Даша, быстрее. Да я не могу, она грязная. Она не грязная. Давай быстрее, а то сейчас испортится настроение. Все, о, давай, накалывай теперь. О, давай сильнее. Николька, смотри, все сильнее. Так. Оп, есть, ветер в ротик. Ам, есть такое дело. Так, папе положили? Да. Эх, какова красота. Я какова красота. Ну что, дети, скажете? Вкусно. Оля, вкусно? Да. Вкусно. Ты что, уже съела? Тут ты быстрая, Кира. Я была голодная. Ты была голодная? Ты вареников не наелась? Нет. Ну что, пробуем такую красоту, вкусно. У меня не влазит. Не влазит, да? Нет, не влазит. Кушайте. Торт на быструю руку. Угу. Главное, чтобы дома было печенье тирамису, вот это, как она там? Клубника. Если у вас завалялась клубника, сливки, сметана, да? Савоярди, да, сметана и желе, да, Даша? И кисель клубничный. Необычно. Угу. Освежающий, так это, знаешь, это классная такая штука в жару летнюю. На лето, да? Да, да, вот это вот. Надо такое сделать, да, на 1 июня, на День защиты детей. Мы с тобой около бассейна пьем. Шампанское. Правильная просека, полусладкая. Да. А запиваем, заедаем такой тортик. Тортик шикарный. А бассейн, Ира, знаешь, где находится? Ну, где-то в Испании. Все, мы с вами решили, мы уезжаем. На худой, уже, как говорится, край, ну, в Греции где-то. Ну. Суп
супер, Даша, Маша, вы молодцы. Да. Так что. Из ничего приготовили шедевр. Как такое возможно, а? Каша из топора. Маму пожди. Угу. Мне тоже вино. Вкусно, да? Или оно... Как Ира, у тебя такая жизнь дальше была, такая сладкая, красивая, вкусная, как этот торт. Мама. Мама. Мою жизнь украшает моя семья. Мам. Что ты вот такое? Это потом будем? Можно. Тогда я за тебя съем. Я надеюсь, ты пошла уроки делать, Оля, да? Конечно. Да, бери букварь, читай. Хорошо. Класс. Супер, да? Такой прям ресторанный торт. Как я удачно сегодня клубнички купил, да? Да. Я купил отдельно сливки. Но сливки мы оставим на следующий раз. Ты купи опять клубничку? Опять клубничку куплю. Шампанского, сливки. А что сливки? Сливки остались, нет? Ой, чья там? Оля, читай. И когда дети уснут, мы с тобой поедим сливки. С клубникой. Что только мясо и мясо есть. По ночам. Шоколадом. А, кстати, шоколад вам отдали? То, что Николь делила. А, да. Дали? Раздали кому? Мелким. Не давали. Не давали? Фисташковый. Не, не давали. Они в школе были. Это очень вкусно. Это, знаешь, вот я клубнику люблю. Она тут еще она в сметане. Да, в сметане, как она нужна. Она тут еще в желе. И еще плюс, да, с этим с печеньками, с тортом, в общем, это шикарно. Ой, жизнь налаживается. Когда пьешь вторую бутылку шампанского. Закусываешь клубничкой, да? Да, рядом красивая, любимая жена. Да, да, да. Много детей красивых. Целый стол детей. Красота. Да. Безумная Оля. Что, читай, садись там где-то, читай. Громко. Что читай, последнее читай, что вы там проходили. А то скоро будет это, очень сказала, на скорость, сколько слов вы читаете. Что сегодня читали? Да, читаю, что сегодня читали. Вкуснота. Да, вот шампанское и хорошо сочетается, да? Самое супер сочетается с десертом. Ой, я не хотела праздновать 40 лет, но это лучшие 40 лет, которые я праздновала. Которые у меня было, да? Я уже не один раз живу. Ну почему нет, смотри. Я уже взрослая. Дети у меня, муж. В кругу семьи. В кругу семьи. Что может быть лучше? Слава Богу. Я смотрю, и просто мне душа радуется. Вы просто не видите то, что я вижу. Жизнь за кадром вы не всю видите. Вы не все видите. Вы не все знаете. А я кайфую. Кайфую! От своей жизни. Какая-то песня такая есть. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Сегодня можно кайфовать нам. Чинозис. Что это значит? Это новые слова. Подростковый сленг. Да. Бери еще даже. Что такое сленг? Нет. Сленг. Ты молодец. Что-то чая Оля просила и убежала. Николь, ты справляешься? Справляется. Ну, уже половину съела. Молодец. Молодец. Вот скажи, вилка, ложку дай. Она говорит, тык, не берется ничего ложкой. Вареньков была. Ну, можно было помыть. А ты когда я мыла, говорила, быстрее. Быстрее. Подростки. Подростки. Ничего не скажи. И так посмотри. С маленькими тяжело. Ну, маленькие дети, маленькие проблемы, да. Ну, есть такие маленькие дитки, маленькие битки. Великие дитки, великие битки. Короче, мы поняли. Если дети становятся старше, то легче не становится. Становится сложнее. Пока их это не отправишь замуж там, не ведешь. Да. С маленькими тяжело, потому что они маленькие, они плачут, не спят, требуют внимания. А взрослые тоже хотят внимания. Все хотят внимания. Даже такие, как мы.
И мы хотим внимания, да? Да. Вы какие часто внимания? Не додают нам. Кто? Кто ты хочешь внимания? Как кого? Как-то телефон мне твой не нравится. Какие здоровые какие-то. Мы со спортом пришли, что же вы хочешь? Конечно же. До спорта мы такие худенькие были, такие маленькие. Пошли покачались, пошли. Какой колонок? Ладно, друзья, вот такое вот домашнее у нас, да? Всем спасибо за поздравления, да, всем ждем, всех обнимаем. Да. Ну что, хочется до встречи. Встретимся. В следующий день рождения. Завтра день победы! Ты тихо. Кстати, нам сегодня в школе говорил, что завтра будет не день победы, завтра будет... День Европы. Вот это приехали. Гениально.